Сергій Стужук, тренер з публічних виступів. Регіональний координатор секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Знає всі секрети успішних виступів. Доброго ранку! Раді вітати вас у студії «Нового дня». Доброе утро! Сергію, наші глядачі вже звикли, що з вашою допомогою вони тепер мають такий блок від маніпуляцій, від будь-яких заохочень на їх права. Що ж сьогодні будемо навчати? І все ж таки, я розумію, що знову ж таки наші глядачі зможуть з будь-якої ситуації вийти сухими із води. Да, дійсно, ми сьогодні не будемо розмазувати кашу по тарілці. Сьогодні я дам чітких три маніпуляції і як їм протидіяти. Эти вещи встречаются каждый день. Они встречаются в политике, они встречаются в быту, они встречаются во всех сферах жизнедеятельности. И вы сегодня узнаете себя, узнаете тех манипуляторов, которые реально сегодня влияют на... И снова я буду попадаться на все ваши удочки. Я не думаю, что это так, потому что я хочу к вам приходить, поэтому в данном случае я постараюсь, чтобы все было очень прилично. Ну, домовились. Хорошо. Ну что, начнем? Розпочинаємо. Итак, первая маніпуляція називається «лічна вигода». Угу. Часто, это одна из самых частых маніпуляцій. Когда человек что-то говорит аргументированно, есть у него какая-то позиция, либо действие, а манипулятору тяжело его вывести из равновесия. Он видит, что аргументы веские, и нужно как-то на них реагировать. Что ему нужно делать? Он просто манипулятор делает так. Он говорит, а ты из личной выгоды это все делаешь. Вот, это самая яркая реакция человека. Манипулятор всегда, он ожидает определенного сценария в поведении. И таких ожидаемых реакций манипулятора две. Первая, пассивная, человек смущается, краснеет, белеет, у вас этого не возникло, вы, видать, натренированный человек все-таки. Так и да. Вторая, это агрессивная, это оправдание. То, что мы сейчас выявили, не было, о чем вы говорите, там все, никаких денег, или там ничего другого, и так далее, и тому подобное. И чем честнее человек, чем нету даже никаких мыслей, тем он его это больше трогает, тем он больше пытается... Ну, известно, это же образливо, что кажут, что ты что-то робишь для чего-то. Ничего себе, вот, именно этого и ожидает манипулятор. И уже мы спорим не о том, что вы сказали, не то, что вы сделали, не о профессионализме людей, которых вы приглашаете, а о том, насколько вы корыстны или некорыстны в этом вопросе. Вот и все. Человек перетянул вас на свое поле, в котором он мастер. Не надо переходить на это поле. Я вам скажу еще яркие примеры, которые телезрителям будут видны. Это, допустим, да, на работу принимают. Вот. Кандидата. Вы предлагаете этого кандидата на работу? И сколько уже папочка за него заплатит? Да знаем мы, знаем все. Или там позиция. Вы высказываете эту позицию. Вот в политике часто бывает. Сколько вам заплатили за это? Ну скажите. Вот. Или вы за место в Раде это все делаете? Все. И человек что? Оправдывается. Вот я не оправдываюсь, я объясняю. Оправдание, объяснение, все эти вещи, это является научным языком конфликтогены. Угу. Именно эти слова разжигают и вас топят в болоте оправданий. Ну, а якщо не виправдовуватись, якщо не казати, а погоджуватись, наприклад, ви мені сказали, я говорю, ну так, я отримую гроші від Сергія Стужука, він мені ось за кожен ефір на карточку надсилає. Що ж мені погоджуватись, це мою репутацію понизить. А якщо не виправдовуватись, то мовчання – це знак згоди. Вот, вот. Именно здесь есть метод. Но прежде чем я отвечу на ваш вопрос, а я на него отвечу, я еще покажу, что у нас не только в быту, это есть на телевидении, это есть даже в средствах электронных новостей. Скажем, сайты, мы не будем перечислять их, не будем делать им рекламу. Смотрите «Новый день». Правильно. Итак, смотрите. Я бачу, вам також приплачивают за «Новый день». Именно. Смотрите, интересно, кто заплатил за этот пост? Ну, мы читаем интернет, вы часто видите. Я просто выбрал как раз вот из таких, которые у нас часто бывают. Ну, сколько можно рекламных постов? Ну, это же надоело. Рекламируйте открыто. Опубликовал – заплатили. Не опубликовал – не заплатили. Вот это очень жалуются редакторы всех новостных сайтов. Все нас обвиняют в этом. Вот опубликовал – значит заплатили. Не опубликовал – значит бабло нужно тебе, что без этого не можешь уже жить. Все. На телевидении надо ремонт сделать? Надо сделать ремонт. Друзья, дайте деньги, чтобы мы сделали наше телевидение. Откатик хотите, да? Машинка старая, да? Все. И самое худшее, что вы можете сделать, это оправдание.
И вы не поверите, у вас был очень правильный ответ. Да, погоджуватися. Та як? Но делать это, доведя до абсурда. Доведение до абсурда. И если вы можете использовать юмор, это прекрасно. Вам платят за то, что Сергей Струнович... Конечно! 10 тысяч долларов за каждую передачу. Гроши вагонами от студии. Да, ну я здесь вообще ради удовольствия. Реально, у меня уже денег, уже все. Вы видели, я летом отдыхала? Был отпуск у нас. Канары! Вы же посмотрите в Facebook. Канары, Карибы, все. И так далее, и тому подобное. У меня был яркий случай. Один из моих клиентов тоже работал в этом направлении. Перерезали ленточку. Сделали добро для Николаева. Вы знаете, у нас ремонт работы, серьезные здания, особенно не частного характера, а сферы образования, сферы медицины, очень редко ремонтируются сегодня, серьезно. А уже строится-то, вообще не помню, когда последний раз что-то было. И было грандиозное построено здание. Перерезается ленточка, и одна дамочка такая, говорит, да, хорошо, выступаете. А машину это на откаты от этого садика вы получили, да? И хуже всего было. Это говорит, да не, не машина, она уже давно была. А, понятно. Что бы человек ни говорил, это все уже идет в подтверждение. Мы ломаем сценарий. Вот самое лучшее сказать что-то необычное для человека, чего он не ожидает. И здесь самое правильное было сказать, да, купил машину на откаты от этого садика. Кирпичи в портфельчике выносил, песочек в пакетиках выносил. Да, кризис, который сейчас, это тоже я виноват. Да, все заказные убийства, это просто еще не доказали. Тоже я. Я зараз розумію, що моя бабуся дуже гарно виходить з таких маніпуляцій. В неї якось запитали, як онучка ж потрапила на телебачення. Мабуть, багато заплатили, щоб працювала. На що бабця подивилася і каже, ой, не повіриш, сумки вже 3 роки вожу під саму студію, ніяк вивезти не можу. Тобто, бабусю, ти молодець. Вот. Это, иногда мудрость, она все-таки находит правильные ответы. И вот самое лучшее, это сделать это. Главный признак. Абсурд должен быть абсурдным. Если вы скажете, да, заплатил там 500 гривен каждый раз за передачу, это будет сенсация. Ведущая в прямом эфире призналась в этом моменте. Нужно, чтобы доводить, что это точно неправда. Чтобы можно, не было зізнанням щиросердним. Кроме того, можно в конце сказать как раз, знаете, чего только не скажут люди, когда из зависти или из-за того, что хотят попасть на передачу, а их не приглашают. Или просто популярная передача. Другие не могут быть такими популярными. Вот и льют воду на нашу мельницу. Вот. Вот таким вот образом можно работать. Я хочу сказать, что именно вот эта манипуляция очень хорошо была описана в книге Дейла Карнеги «7 ключей к успеху». Это все ведущие в мире, это как настольная книга. Я думаю, что Инна и прочитала, и, по крайней мере, в руках держала ее. Эту. Нет. Нет? Нет. На самом деле сейчас Инна не повелась на манипуляцию, потому что такой книги не существует. Ось я молодец, я просто дуже чесна дитина. На самом деле, просто, видать, это уже не первая передача, и вы уже поняли, что все-таки нужно... С вами погоджуватись не можно, все нужно до этого не правильно реагировать. И это будет следующая манипуляция – невежество. То есть люди, которые грамотные, которые публичные, которые имеют образование, они больше всего подвержены под эту манипуляцию. Как же вы не знаете этой замечательной книги? Я выдумал ее. Дейл Карнеги существует, но 7 ключей к успеху, такой книги у него нету. Я скажу больше. Я сам попался на эту удочку. Да. Такой главный автор книг Никита Непряхин, когда я был у него на тренинге, сказал, ну, Маршал Голдсмит прекрасно описал этот момент. Кто ее читал или хотя бы в руках держал? Но я помню Маршал Голдсмит, я так активно участвовал, я профессионал, уже на одной ноге с ним, все, ну, конечно, подняли руки, поднял из, в зале несколько рук, говорит, ну, все, кто подняли, вы подверглись манипуляции. Не существует такой книги. И было очень неуютно. А вам молодец. Вы впервые за все наши передачи смогли по наитию не среагировать правильно на эту манипуляцию. Ось все ж таки, бачите, друзі, не проходять даром усі ці наші тренінги, усі наші поради, тому що десь ось тут я зрозуміла, що є підступ у пана Сергія. Ну, лучше показать на практике. Не рассказывать приемы, а показать, как это присутствует. И самое главное, что у нас скоро идут выборы. У нас, можно сказать, предвыборная гонка уже началась. Вначале президентская, потом парламентская. И мы все будем четко видеть эти манипуляции на наших экранах. И вы же будете знать не только их название, но и видеть, правильно ли среагировал на них тот или иной оппонент, или неправильно. И про невежество что мы можем сказать? Это часто и в быту бывают споры. Да вы Википедию почитайте. Что, вы не видите, что там написано?
Любой грамотный, уважающий себя, образованный человек прочитал эту книгу. Вы не читали? И тебе уже неудобно. Ты должен признаться, да, что я либо не образованный, либо, ну да, читал. Вот это вы на крючочек и попались. Потому что он либо поставит свою точку зрения, свою аргументацию на этом, с которым вы уже согласились, возможно, с эфемерным, несуществующим каким-то нормативным актом, либо он вас еще хуже. Он может сделать с вами то, что сделал Невзоров со своим оппонентом. Дело в том, что есть у нас Александр Невзоров, журналист, который атеист, неверующий. И у него были дебаты с депутатом Госдумы, христианином полных и все еще. И он задал такую очень мощную манипуляцию. Какой же вы христианин, если вы не читали отца Пигиния? Ну, короче, читал я отца Пигиния. А нету никакого отца Пигиния. Пигиний — это такая часть у жучков, находится в задней части, возле анального отверстия, где откладывает яйца. Представляете, как... Все, он был размазан. Во-первых, он, знаете, повелся и сказал, что он читал несуществующую книгу. Во-вторых, еще, видите, подобрал же как раз слово, которое так вот потянуло вниз в этот момент. С подступом. Вот. Поэтому это очень мощная вещь. Как на нее реагировать? Очень просто. Правда. Нужно говорить правду. И вы сейчас среагировали очень правильно. Единственное, что можно еще красиво сделать это. Да, вы сегодня в короне, да? Я відчувала, що мені знадобиться мій віночок. Да. Получається, що? Наверное, там какие-то позитивные моменты идут, да, щоб на улучшение. У мене тут підказочки, підказочки. Надо бути себе такой. Получається, що? У нас здесь нужно говорить правду. Если вы не читали, говорите: нет, не читал. Если вы не знаете, говорите: не знаю. Может показать: ах, такой же ты образованный. Это не страшно. Скорее всего, этого сказано не будет, но если скажут, это не страшно. По сравнению с тем, когда скажут, что вы же вы себя корчите, нечего, ничего такого нету. Но можно это сделать гораздо лучше. Можно отреагировать таким образом. Можно сказать: а вы читали отца? А что там? То есть я не говорю, что я не читал, а что там? Давайте разберемся вместе. Нет, не читал, давайте посмотрим. А есть еще вот эти моменты, которые реально показывают, что вы уходите от ответа, это очень хорошо. И человек должен сам рассказать, а что там? Или сказать: ну, я хотел вас подловить. То есть вот этот момент очень хороший. Пане Сергію, я бачу, що вже 8:31 на нашому студійному годиннику, і це означає, що телевізійні новини Миколаївщини вже вриваються до нашої студії. Але особисто я дуже вдячна. Я думаю, що наші телеглядачі також сьогодні, отримавши такі практичні поради, зможуть тепер сказати: я зможу відповісти на усі ваші провокації. Ми дякуємо вам.